24 декабря глава района Адам Джарим встретился с атаманами Северского районного казачьего общества. На встрече подвели итоги работы в 2020 году, наметили планы на будущее. В год памяти и славы основными задачами казачества остаются сохранение традиций и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Как подчеркнул глава муниципалитета, казаки с этой задачей справляются успешно. В завершении встречи Адам Джарим поздравил присутствующих с наступающим Новым годом. Крепкого здоровья вам, вашим семьям, родным и близким, детям, внукам. Вот мы с вами работаем, живем в одном районе, растим детей, всегда говорим о патриотизме, о воспитании. Поэтому вот каждый из вас, одевая эту форму, внутренне был готов к тому, чтобы служить своему отечеству. Дед Мороз передал казачатам сладкие подарки.